сигареты, чем вот эту гадость. Ну, блин, каждому свое. Я не учитель. Волосы помыла, блин, а это феном не высушила, теперь буду все торчать вот так вот. Не так, как надо. У меня фен сгорел, и знаешь, такая фен-расческа есть. Блин, она, зараза, такая тяжелая. Пока высушишь, блин, руки отваливаются. Надо обычно купить. Всем добрый вечер. Привет, я свободен. Метр 63. Я мелкая. Привет, привет. И пухляш. Я пухлая. Такая, знаешь, огромная. Угу. Чуть больше, чем чекушка. Ну да. Только не называй меня чекушка, ладно? Да, полторашка. Ну, 1,5 метра, грубо говоря, да. Кому как. Кто-то скалу любит, но кто-то волны.
Не настолько, чтобы я там вообще в двери не проходила. Нет, в пределах разумного. Для моего роста, конечно, килограмм бы 5 убрать было бы отлично. Да, ночью. Днем не ем, ночью ем. Я могу утром выпить чаю без ничего. В обед тоже выпить что-нибудь такое. И кушать только вечером. Хотя сегодня прям дурно было, пришлось в обед покушать. Сейчас, подождите, выгоню там. Да, надо правильно по чуть-чуть кушать и утром, и в обед, и вечером. А я целый день нифига не ем, а к вечеру наедаюсь. Сегодня что-то в больницу сходили, блин. Если бы. Кто бы меня воспитал. В больницу сходили, перенервничала и пришла, прям аж голова кружится. Думаю, надо, блин, покушать. Села, поела. Ой, не надо мне тренера бы. Нафиг. Я не люблю по таким местам ходить, тренироваться. Мне как-то некомфортно себя там чувствую. Лучше я буду пухляшом. Чем какая-нибудь... Как их там называют? Которые в тренажерку ходят. А, диетолог. Блин, слушай, это дорого. Я узнавала. Но все равно физическая нагрузка нужна. У меня сидячая. Даже если ты хорошо будешь питаться, нужно и как бы тренироваться. Хотя бы дома. Когда в салоне